Еще одна не менее важная проблема жителей правобережья – это отсутствие почты. Не так давно закрылось отделение в торговом центре «Усольский». Отныне за посылками и заказными письмами горожанам приходится ездить в центральное отделение на Советском проспекте в Березняках, ну или в Усолье, что тоже доставляет неудобства. Почтовое отделение «Березняки 618-409» располагалось в арендованном помещении. Срок аренды по договору истек. И сейчас мы ищем новое помещение для открытия в нем почтового отделения. Мы уже рассматриваем несколько конкретных вариантов. Поиском помещения для отделения почтовой связи на правобережье уже занимаются сотрудники Почты России. Корпорация развития Пермского края, в свою очередь, также готова предоставить помещение для отделения почты. Мы с представителями почты ведем переговоры уже на протяжении 4 месяцев. В настоящее время ведутся переговоры, и мы планируем передать помещение по адресу Геннадия Братчикова, дом 12, под крупное отделение Почты России во второй половине 2022 года.